С вами компания «Формула ремонта». И сегодня мы хотим ознакомить вас с решением одной из проблем, связанных с мифами о ненадежности газоблочных стен и что на эти стены нельзя повесить ни картину, ни телевизор, а тем более бойлер. Мы в своей практике сталкиваемся часто с подвешиванием бойлера на газоблочные стены. Клиенты всегда просят, чтобы мы вешали бойлер именно на стены из бетона, чтобы это было надежно и они спали спокойно. Сегодня мы продемонстрируем вам и развеем миф о ненадежности газоблочных стен. Мы за пример берем стену из газоблока в новостройке. Это жилой комплекс столичный. Стена с одной стороны поштукатурена гипсовой штукатуркой, ну, из двух сторон. Ширина газоблока 100 мм. Это обычный перегородочный газоблок. Нам сегодня помогает нейлоновый дюбель. Диаметр отверстия, который мы будем сверлить, 14 мм. И костыль, который будем вкручивать, диаметр 8 мм. Мы берем сверло именно 14 мм по вот этому диаметру. Для газоблока используется вот такое всего лишь навсего сверлышко-перышко. Я специально здесь отмерил малярной лентой расстояние, на которое сверлить будем. И что еще важно в этом дюбеле, что его длина всего-навсего 65 мм. Что нам не позволяет просверливать стену насквозь. То есть, если здесь у вас будут обои, а здесь нужно повесить бойлер, то конструкция не нарушится, и все будет висеть хорошо. Обычный бытовой шуруповерт. Делаем отверстие, примерно. Как видите, сверлится оно очень просто. В дюбеле есть посадочное место для шестигранника. Поскольку штукатурный слой он немножечко жестче, чем газоблок, то вот эту слой мы должны немножечко убрать. В случае, если у вас в ванной комнате плитка, то этот слой вы уберете с помощью коронки по керамограниту. Мы его убираем, потому что этот слой тяжело будет прокрутить самому нейлоновому анкеру. И вот таким образом мы вкручиваем анкер. Операция очень похожа на нарезку резьбы на металлическом стержне. Нужно очищать как бы резьбу от срезанного. Такой результат должен получиться. Для того, чтобы было удобно, можем использовать такой же дюбель. Как рычаг. Для чистоты эксперимента мы использовали нашу помощницу тележечку. Она у нас моделирует бойлер. Как видите, под тележкой ничего нет. И мы начинаем ее подгружать. 25. 50. 75. 100. 125 килограмм сейчас висит здесь. То есть это больше, чем достаточно для проверки прочности дюбеля, на котором будет висеть бойлер. Максимальный бойлер, который вешается в квартирах, 100-литровый. Вес бойлера где-то 10 килограмм. То есть 110 килограмм обычно вешается на два таких костыля. Это по 55 килограмм на каждый костыль. Сейчас здесь 125 килограмм плюс вес тачки 5 килограмм, 130 килограмм висит на одном костыле. Ну и смертельный номер, да? Да так, чтобы уже наверняка. 155 килограмм вашему вниманию. С вами была «Формула ремонта». До встречи на замерах.